Доброго времени суток, мы снова на канале Funny Motion School. Сегодня такой день, который я уже решил уделить съемке видео. Как видите, в последнее время они появляются не очень часто, потому что времени нету. Потому что 17 и 18 год посвящен чему? Он посвящен непосредственно бизнесу. Если предыдущие учебные годы в Funny Motion School, в школе грибоводства, мы посвятили и разным поискам, там, по жидким мицелиям, по средам учились пересевать, пробирки там и все остальное, то этот год вроде более-менее так все найдено. Большинство ответов уже тоже найдены. И теперь идет процесс, как сказать, адаптации или реализации того, чего найдено. Вот. И если кто-то думает, почему, где публикации там, о жидких средах, а кто вам сказал, что работа не идет. Работа идет в правильном направлении, просто уже сформированы какие-то цели и идеи и направления, и как это все будет. Идет сбор технических средств, информации, там, материалов и всего того, чтобы это все имело право быть. Вот. А в этом году, 17-18, мы занимаемся непосредственно именно бизнесом, поэтому я всегда говорю, что грибы не являются конечной целью, это как средство, как способ все-таки, как ни крути, конечным результатом нашей деятельности это не является какой-то там игра и поиск всего остального, надо быть откровенным, это является коммерческой деятельностью, все-таки зарабатывание денег с помощью грибов, с помощью всего того, чего связано в этой отрасли, в этой сфере. Что хотелось бы, какие моменты хотелось бы высказать? Хотелось бы вообще начать из одной интересной темы. Если вы смотрите это видео, то там в уголочке должна быть маленькая такая иконка, которую добавляет автоматически сам видеоредактор YouTube. Вот на экране она вот здесь находится, здесь в уголочке такая маленькая иконка. Если обратить на нее внимание, посмотрите внимательно, там нарисованы два таких грибочка. Вот, это эмблема Funny Motion School. Вот находится один грибочек. И вот находится другой грибочек. И вот сам знак видно, как этот верхний гриб. Вот. Он высевает как будто споры. Споры, которые падают вот на тот грибочек, который маленький подрастает. Что-то вроде, вот это не просто эмблема, это не просто значок. Это целая, скажем, философия и концепция моего канала. Потому что именно в этом заключается вся его суть. Вы вдумайтесь просто, он называется Funny Motion School. То есть школа. То есть на первом месте все-таки стоит обучение. Поэтому те, кто задают вопрос, а почему вот у вас то-то так и все-то так. Ну вот у меня к вам встречный вопрос. А когда вы учили в школе, вам астрономию космонавты преподавали? Астронавты вам? Приходил космонавт и вам рассказывал о том, как про астрономию. Нет, вам преподавали обычные люди. И физику вам не Эйнштейн преподавал. И если вы проходили в вузе высшего какого-то образования, вы проходили курсы какой-то экономики, то на этих курсах вам же тоже не Билл Гейтс читал лекции и не кто-то там, или Рокфеллер. Правильно? Читали обыкновенные люди, которые сами в принципе-то бизнесом не занимаются, но почему-то учат, как заниматься экономикой. Вообще у меня своеобразное отношение. Если говорить о школе, то у меня свое своеобразное отношение вообще к этим системам всем школьным. Можете себе представить, если вы, например, приезжаете ко мне, и в течение 10 дней я собираюсь научить вас, как производить мицелий. И я, это уже проверено неоднократно, это уже проходили, и базовые знания для того, как это сделать, я успеваю все человека показать, как это все сделать за 10 дней. Понимаете? Вот. И можете себе представить какой-то вуз, который собирается 3-4 года полоскать вам уши чем-то,